Исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного художника Чувашии РСФСР Владимира Мешкова. К этой памятной дате художественный музей подготовил выставку картин известного графика. Владимир Мешков – уроженец Чувашии, но всю свою сознательную жизнь прожил на севере. Богатая природа, тайга, тундра, особой красоты реки – так покорили его, что захотелось все это запечатлеть, чтобы все увидели, как притягателен север, причем в любое время года. Интересны ему были и народы, проживающие там. В свое время он оформил, даже выполнил букварь на хакасском языке. Тем самым он занимался просветительной работой среди народов Севера. Сейчас трудно сказать, как бы сложилось творчество нашего земляка. Это я скажу, самородок. Такого и в столетии, тысячелетии вряд ли будет, как говорится. Нигде не учился и вдруг стал таким мастером. Излюбленной техникой Владимира Ильича была линогравюра. Это один из немногих художников, известный практически в основном тем, что он занимался линогравюрой. Интересно то, что это художник-самоучка. Линогравюра – это гравюра на линолеуме, да? И там наиболее известна черно-белая линогравюра. А у него он предпочитал цветную линогравюру. И вот он использовал несколько цветов. Причем рисующие цвета делались каждый на отдельной доске линолеумной, а фон делался при помощи раската. И это помогало создать очень тонкие тональные нюансы и переходы. За свою долгую жизнь Владимир Ильич создал более 45 тысяч работ. Его картины хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и многих других. Алена Герасимова, Валерий Резюков, Республика.